Всем привет, с вами Неломоб, мы продолжаем проходить игру под названием Moons of Madness. Так, мы оказались в подвале. После пещеры мы оказались в подвале. Теперь сейчас будем тут смотреть. Так, фонарика у меня нету, руки у меня нету со своим этим самым сканером, да? Это как будто бы его воспоминания, значит, это тут то, что происходило, так, в пещере... То, что происходит сейчас, это как будто бы другое... А нет, есть на руке этот пульт, но я не могу его поднимать. Так, что здесь написано? Изучить. Понятия не имею, что это такое. Похоже на какой-то большой зал с ярким светом. В центре какой-то круг. Время? Интересно, отметка времени имеет какое-то значение? 67-31. 67-31. Должно быть, имеет какое-то значение. Ну ладно, я ее взял с собой, то есть я, если что, смогу ее там где-нибудь еще заюзать. Бумажки, журналы. Ух ты, какое-то дерево похоже на ДНК, либо на клетки. Дерево и клетки, ну, интересное. Тут выход из подвала у нас закрыт каким-то хламом. Здесь что? Могу присесть под досками, проползти. Ничего тут нету. Эта дверь, наверное, тоже мне не поддастся. Да, она заперта. Или заперта. Это весла. Это кирка, весла, кирка. Мы где-то возле реки недалеко. Возле какой-то бухты. Скакалки, тренажерка, что ли. Опа, еще что-то нашел. Что это? Похоже, тут что-то застряло. Я вижу фотографию. Какая-то фотка. Надо будет ее с той стороны, наверное, достать. Ладно. Чудик, ты откуда тут взялся? Я могу в тебя войти. Какое-то черное существо стоит. Какая-то тень. Не смей за мною. О, оно... Где? Че, где? Куда мне идти? О, какая-то бумажка. Ой, электричество. Оно там стоит? Стоит до сих пор. Так, электричество. Фонарик. Значит, по воде с электричеством ходить не рекомендуется. Это понятно. Фонарь. Бери его. Подсветка на формулу. Таблица Менделеева. Table of the Elements. Table of the Elements. У нас его называют Менделеевской таблицей, да? Замок. Вода. Много воды. Дверь заперта. Через окошко залезу я. Написан... Что? Почему там... Что-то... Ага, вон там бумажка, которая нам не поддается. Тут какая-то есть штука. Какая-то защелка или что это? Как на это повлиять? Как это подвинуть? Замок закрыт. Куда? Тут можно еще проникнуть. О, как-то я открыл. Дверь была заперта, теперь открытая. Так, энергия. Леундри Мейн. Главный. Ток все равно есть. Я могу все отключить. Что-то зашумело. О, отключилось. Ой, свет отключил. Не, свет, пожалуй, включу. Мы... Отмена. Закрыть его, вернее. Здесь я хочу тоже все поизучать. Подождите-ка, я не хочу сюда уходить. Что это за бумажка? О, мы его такое существо мы уже видели, по-моему. Это та штука в теплице. Да, это оно вылезло. Изучить. Отметка времени должна что-то означать. 65-37. Тоже берем. Возможно, эти цифры где-то надо будет потом ввести. Так, и тут что-то застряло, я помню, у нас. Что-то такое. Посмотреть. Похоже, что-то застряло. Я вижу цифры 12, 24, 43. Но я не могу ее пока что... А, подожди, могу. У меня лом есть. Чикс. Опа. Теперь я могу эту карточку застать. Берем. Изучить. Кажется, дверной проем. Наверное, мне стоит ее где-то записать. Я потом смогу тебе пересмотреть все фоточки, да? Если что, они же у меня в инвентаре. Но эти цифры похожи на какие-то...
Какой-то пароль. Так, это что за дверь? Ага. Все. А тут существо дальше тут стоит? Продолжает тут стоять? Да, стоит. Ну, стой. Я тут себе электричество отключил. Тут теперь... А фонарик, почему я не могу взять фонарь этот? Мне бы он пригодился. У меня не работает мой фонарик. Ладно. Здесь что у нас? Еще что-то нашел. Игрушка. Это обезьяна. Накрутил ее. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Игрушка-обезьянка. Так, читать. Взять. Космический аппарат. 7-48-15. Изучить. Это... логотип Мантикоры. Он выглядит точь-точь как Сирано. Изучить. Это что, люди вылетают из корабля? Не понял. Ну, берем инвентарь в любом случае. А, какая-то есть записка. Нам нужно ее изучить обязательно. Может, нам что-то станет яснее? Время нелинейно. Так ли это? А может быть, время это плоский круг, чашка Петри, в которую тыкаются гигантские пальцы? Мы бактерии. Так ли это? Я постоянно вижу вещи, происходящие не сейчас. Это осложняет отношения с семьей. Я... заперла себя здесь. Чистая фотобумага и химикаты помогут сделать мои видения явными. Я могу их проецировать. Я вижу космический корабль, направляющийся к красной планете. Офигеть. Перевернуть не могу листок. Такой весь запачканный листок, желтый, желтизной. Медвежонка, то есть эту самую обезьяну я завел. Так, что теперь? Что теперь делать? У меня есть какие-то цифры. Тут пульт. Есть еще этот вот... мейн. Включаю, допустим. Я все включил. Все поднял вверх. Везде добавил свет, так? Ой, что дверь закрылась. Зачем ее закрывать было, дверь? Не надо было ее закрывать. Я везде включил свет. Тут существо стоит. Тут это вот непонятная штукенция. Я какие-то цифры везде нахожу. Единственное, что мне теперь непонятно, что мне делать дальше. Ну, как бы я в тупике. Тут ничего. Тут у нас электричество буянит. Кабель там какой-то. Шкафчик. Наверх туда никак не пролезть. Зачем? Зачем? Что тут? Может, как-то надо поиграться с этой штукой? Отключил. Все. Электричество отключил. Здесь свет есть, и здесь, по идее, свет есть, да? По идее, как-то вот так. Но все равно ничего... О! Пропало существо. Оно тут стояло, его уже нету. Куда оно делось? Так, существо пропало. Куда же ты делась, существо? Стояло, стояло. И пропало. Я сейчас заведу опять эту обезьянку. Не знаю только зачем. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Может, что-то связано с этой таблицей? Почему он ее освещает? Ничего не с этой таблицей мне непонятно. Цифры на ней есть. Да, обозначения, свойства эти все. Это все очень все хорошо. Очень все великолепно. Может, меня должно током шарахнуть? Читать. Я тут все вычитал. Ну, попробую сейчас все отключить. Посмотрим, как на это... Как это повлияет. Тут что-то еще просто не закрыто, да? Попробую сейчас все отключить. Может быть, что-то произойдет, когда я все-все-все подключаю. Провода. Storage. Хранилище. По-моему, я все отключил. Остались какие-то только непонятные светильники. Storage. Фонарик. Зелененький. Зелененький фонарик. Опа, это что такое? Я вижу свет за книжным шкафом. Так, и что это такое? Читать. На память. Углерод,
бериллий, гелий, такой же, как второй. Периодическая таблица в прачечной. Атомный номер, номер тома. Не понял. И зачем мне это? Углерод, бериллий, гелий. Углерод, бериллий. Это надо все теперь как-то тянуть. Это какая-то головоломка очередная. Потянуть. Еще потянуть. Углерод, бериллий, гелий. Но я тут не вижу никаких текстов. Мне нужно свет тут включить, судя по всему. Как мне теперь это дело подключить? Это дверь была. Вот тут. Так, зашел. Идем теперь обратно к щитку. Попробуем включить. Storage. Я включил свет в storage. Это storage. А мне нужно включить еще, наверное, вот это? А, нет, это, наверное, не надо. Это электричество тут. Потому что меня током не било. Main, наверное, мне хватит. Вот здесь. Бумц. О, тут теперь есть свет. Вот, тут надо что-то надергать, чтобы открылась дверь. Кажись. Потянуть, потянуть. И везде есть цифры. Надо еще раз бумагу почитать. Читать. Углерод, бериллий, гелий, такой же, как второй. Прическая таблица в прачечной. Атомный номер, номер тома. Там цифры возле каждого было. Скорее всего, там нужно были цифры запомнить. Но у меня же теперь нужно тогда бежать обратно. У меня есть листочек. Я могу написать себе углерод. С. Б. С. H. Сам. С. Хи. Секонд. Ван. Такой же, как второй. Углерод. Бериллий, то есть. Второй. Б. Снова Б. Такой же, как второй. На память. Ну, теперь мне нужно какие-то цифры пойти там запомнить. Я правильно понимаю? Но там у меня электричество сейчас подведено. Так, вот тут... А, не, не подведено электричество. Все нормально. Вот она, таблица. В записке на книжном шкафу был список химических элементов. Да. И тут мне надо теперь запомнить как-то. Вот, 6. С это 6. Б и... Бериллий. Это у нас 4. БИ это 4. ХИ это 2. И снова 4. БИ. Такой же, как второй. С, Б, ХИ, Б. А, вот. С, Б, ХИ, Б. Тут даже вот этот стикер наклеенный на этом табло. Все, по идее, я записал правильно. Ну, надеюсь. Сейчас мы проверим, насколько я правильно сообразил, как оно... Так она, головоломка, должна была быть разгадана или нет. Итак, что мы тут с этого всего видим? С это 6. 6. Вот, допустим, тянем шестерочку. Тянем четверочку. Двойка, пятерка, четверочка. Тянем двойку. Двойка. Где двойка? Вот двойка. Тянем четверку. Открылась. Я все правильно сделал. Что за... Что это такое? Я раньше никогда не видел эту комнату. Я тоже не видел раньше. Мама что, правда держала такое у нас в подвале? Она, конечно, была с придурью, но не до такой же степени. Это похоже на какое-то место для жертвоприношений, либо для молитв. Какие-то записки? Боюсь туда заходить. Точка сохранения. О, ну хотя бы что точка сохранения есть, это уже хорошо. Сейчас меня завалят. Давайте... Ой. Чего? Ого, клешни открываются. Какие-то руны. А, плюс еще есть... А дверь я могу... Бляха, твоя муха. Прикрой дверь как-то. Нельзя. Черт. Тут столько бумажек. Я так испугался. Посмотрите. На этих табличках нет светящихся символов. А это что? Светящихся. Только здесь светящиеся символы есть. Так, что это такое? Читать.
Бумажка номер один. Читать. Их жидкие сны обволакивают проход. Можно назвать это ересью Нергала. Можно назвать это всепожирающей чумой. Можно назвать это нуль-патогеном. Черный рем-гнилью. Шипящий небесный сифилис разъедает дыры в реальности. Можно попасть в эти визжащие пространства, чтобы уйти. Можно найти разрыв в коже космоса. Я чифтаху, я чишаг, я чишог. Чего? Это какие-то заклинания. Реально какие-то заклинания, какие-то демонические. Слушайте. Второй листок. Наверное, будет не меньше странный, чем предыдущий. Я фала... Это какие-то заклинания. Сначала, потом спящие были, есть и будут. Они родители, потомки и ясли. Они спят между пространствами. Их сны раздуваются и богохульствуют, порождая трепещущие измерения, которые спариваются друг с другом, образуя новые непостижимые пространства. Нереальность, не иллюзия, гиперреальность. Правильные заклинания позволяют путешествовать в эти скрытые измерения, но человек может попасть туда и случайно, и благодаря знанию о спящих, и благодаря близости к ним. Мамочки. Так, ну то есть, чем ты ближе к этой всей ерунде, тем ты можешь так-то активнее с ними взаимодействовать. Я правильно все понимаю? Еще какая-то бумажка. Больше текста. Читать. На Марсе не бывает солнечных затмений. Фобос и Деймос слишком малы для этого. Однако полные лунные затмения Фобоса происходят почти каждую ночь. Эти ужасные братья ведут себя не так, как наша Луна. Проворный Фобос поднимается на западе и садится на востоке, чтобы вновь появиться на небе всего через 11 часов. Деймос лениво поднимается с востока. Обе Луны неподвижны. Они всегда обращены к Марсу одной и той же стороной. Они никогда не отворачиваются. Они не отводят взгляд. Фобос стремится к Марсу. Его орбита медленно уменьшается. Когда-нибудь он врежется в красную планету. Данные свидетельствуют о том, что у Марса, возможно, было еще много лун. Но все ждала одна и та же судьба. Все они погибли. Так, понятно. Много лун было у Марса. А это что за бумажка? Очередные цифры. Изучить. Пара сфер. Странно, они как будто следят за мной. Как глаза. Прямо с фотки. Так, добавить в инвентарь. Конечно, добавляем. Там тоже какие-то цифры были. Наверное, это может нам в будущем... Боже, сколько здесь всяких снимков. Сколько здесь всякой информации. А это что такое? Вставить предмет. Вставить предмет. Ага, снимки. Теперь нам нужно какую-то определенную очередность тут выстроить. Я правильно понимаю? Один... 2, 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то нужно по-правильному как-то распределить свои эти изображения, наверное. Ну вот один, на тебе сюда. Изучить. Инвентарь. Вставить предмет. Чикс. Или нету важности? Нету... Не, ну каждая штуковина подписана, то есть... Наверное, все-таки есть значение, какое, что, куда. О, тут 3 написано. 13, 07, 12. Ну, на тройку 13. Семерки здесь вообще нету. 12, ну вот есть. Вот 13, допустим. На себе туда 13. Изучить. Вставить предмет. Выйти. Подожди, это я на пятерку нажал. Один. Один, два. Забрал. То есть я могу ее отсоединить. Видите? Добавить в инвентарь. Тут нужно какую-то определенную очередность снимков поставить. Только как понять, какой снимок куда нужно подсоединить? Один, два, три, четыре, пять. Допустим, один. Какой туда можно использовать, выбрать предмет? Какой под номером один можно сюда добавить предмет? Какая-то, наверное, была очередность всего этого. И всех событий. Вначале что было, потом что было, потом после этого что было. Летел космический корабль, дырки. И какая-то у них есть по-любому... А, так может надо... Тьфу ты, ё-моё. Просто смотришь на это цифры, это время. Что было в самом начале? 7.48. 7.48 это самое маленькое число по времени. Допустим, на единицу цепляем. Изучить... Вставить предмет. Вначале они летели на космическом корабле. Вот.
на двойку. 7.48, потом что-то произошло, и это существо здоровенное на 8.55, оно ожило, оно почувствовало, видимо, этих всех существ, да? Потом сначала они всех вылезли с этого, почему-то корабля начали вылетать. Потом существо ожило. На третьем снимке у нас уже 8.55, 12.24. 12.24, скорее всего. Вставляем примет. Так, 12.24. Потом на четвертое 12.57. Абсолютно верно. 12.57. И после этого пятый снимок 13.0. Ну, по идее, вот так я... По очереди постарался их всех выстроил. Опа! Эти символы, они похожи на те, что на алтаре. Мы восстановили какую-то последовательность снимков, историю, и по идее у нас на алтаре появится теперь новый символ. Посмотреть. Одна из табличек начала светиться, когда я подошел к алтарю. Кажется, на табличках чего-то не хватает. Оп! Еще немножко открылось. Видите, каждая щупальца держит книгу. Где мне теперь найти еще возможность, еще один символ где-то? Когда я подошел к алтарю. Одна из табличек начала светиться, когда я подошел к алтарю. Я не понимаю, что мне теперь делать. Какой-то круг. Я теперь реально не понимаю, что дальше делать. Сейф какой-то есть внизу. Это маленький холодильник. Снимки восстановил. Тут насобирал что-то. Как мне сделать так, чтобы еще одна щупальца? Это книга, я ее знаю. Мама берегла ее как зеницу ока. Ну да, мне нужно как-то заставить только еще одни символы активироваться. Кольца, 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 кольца. Что делать? Без понятия. Вот теперь я опять застрял. Так. Что произошло? Что-то меня коцнуло. Ой, оно кажется... У меня как будто мозг плавится. Тихо, тихо, тихо. Те символы были похожи на те, что на алтаре. Да, я вижу один символ. Он загорается сильнее, мне кажется. Нет. Q. Символ Q. Кто-то держит ее? Где-то, может, будут еще символы? Может, где-то будут еще символы, но пока непонятно. Водичка, водичка. Это просто водичка. Обезьяна, ты на месте? Сиди тут правильно. Не рыпайся. Существа черного нету. Вот в углу тут уже переместилось, что ли? Я нашел какой-то красный символ. Что мне с ним делать? Ой, еще один символ. Опять у него глюки. Они краснеют. Они сначала белые, потом краснеют. Привет, символ. Я тебя не боюсь. Почти. Значит, один символ, второй символ. О! А он до конца не зажегся почему-то. Нужно на него дольше смотреть. Да, чтобы он был красным. Вот, смотрю дольше. Он зажегся, ну, должным образом. По-моему, все. Один вот здесь я вижу символ есть. Надо дольше на него смотреть. Его как будто бы выжигает. Почему-то его плавит этими символами. Сначала он потом сильно белеет, а потом становится ярко-алым красным цветом. Три символа нашел. Больше нужно? Или хватит? О, красный еще. Ой, красный. Буква А. Бук. А что эти символы все означают? Я чувствую, как они вибрируют у меня под веками. Так, у нас что-то складывается картинка. Они все стали почему-то белыми одновременно. Скорее всего, теперь я могу их туда перенести. Вот сюда. О! Четыре символа. Книга должна открыться. Да, малыш. Что написано? Клату Барада Орочи. 1/3. Получено достижение. 1/3? Я прошел 1/3 игры? Может быть. Взять. О, обожгло! Книга горячая, походу. О, и рука еще засветилась, это фиолетовым. Офигеть, кто-то меня перенесло.
И куда меня переносит? Походу идет просто загрузка следующей локации. Надо подождать, пока подгрузят. Так, загрузили. Или я это проснулся в пещере. Или где это я проснулся? Проблемы со связью. И где я буду? Я что, отрубился? Добраться до тарелки. Этот сон, он казался таким реальным. Так, кислорода много. Значит, я реально отрубился. Сесть. Ну, сяду. Зачем я только сажусь? Двигатель. Я еще не готов. А, типа мы отсюда... мы только приехали к этому вот месту, к тарелке, да? То есть я говорил, что мы не можем использовать свой этот пульт на руке, и это все как будто было в нашем сознании. Я подозревал, что это все иллюзия. Что это типа не настоящее. Деклан, нет ответа. Связь еще не работает. Так, подождите-ка, тут какая-то информация появилась. Как открыть? Марсианский разведывательный... А, это я его понял. Куда мне двигаться? Наверх. Понял. Идем. Так, тут какая-то комнатка. Так. Опять какие-то цифры, опять какие-то данные. Ладно, идем дальше. Мы понемногу приближаемся к концу ролика, ребят. Сейчас... Так, какой-то пароль нужно. Код безопасности, панель доступа. А я не знаю пароль. Там были какие-то цифры в этом вагончике. Может быть, тут стоит какие-то было и запомнить цифры. Их тут очень много. 17, 18, 19, Озер, Азер. От 17 до 25. А, вот. New Password. 7, 3. Я даже себе могу, в принципе, чтобы уже точно ничего не напутать, я его допишу себе. 73, 57. 73-57. Так, new password от меня хотели скрыть. Нажимаем. 73-57. Где тут окей кнопка? Вот это. По идее, правильный пароль ввел. Откроется что-то? О, что-то открылось. Ой, боже ты мой. Написано listen, типа слушай, да? О, боже мой, нет, это безумие. Кто вообще такие вещи пишет? Все стены исписали. Кажется, что-то нашел. Взять. Батарея. Добавь инвентарь, конечно. Батарею добавляем. Какие-то фломастеры. Кто-то тут сидел, как будто бы заперти. Ему нечем было заняться. Так, и что тут? Наверх мне не про... Подождите-ка. Сканировать для подключения. Подключить. Нет питания. Зарядите проходчик, чтобы установить связь. Нет питания. Где питание? Вот питание. Сейчас вставлю батарею. Так, может сейчас как бы освободиться путь, когда мы ее запустим, эту машинку. Так, подключить. Запустить двигатель. Чикс. Тест. Так, я, кажется, что-то активировал. Не знаю, может, я просто себе так и было задумано, чтобы я себе путь открыл. Вот, подняли какую-то штукенцию. Так, есть два теперь варианта, налево и направо. Что здесь? Боже, вот это Марс. Офигеть. Так. Куда-то я закарабкался. Мне нужно наверх. А чё я сюда залез? Сам не знаю. Ладно, прыгаем. Ура! Нормально. Прыжок. Господи, только бы он был в башне. Кто он? Я уже немного призбыл, за кем мы идем. По-моему, мы там должны были из этих пещер, из этих подвалов, из этих всех снов. Так, а тут, наверное, тоже батареи нету какой-то. Не, есть вроде. Лифтра должен работать. Так, ну едем. 75% у нас кислорода. Кажется, лифт неисправен. Еще раз. И как мне тогда наверх добраться? А, все. Выше нас не подымут.
Ладненько, я про... Так вот, нажму. Да, мне надо обходной путь какой-то искать. Добраться до тарелки. 103 метра мне до нее. Еще один лифт. Если был сон, то почему мой шрам все еще теплый? На руке который шрам? Те два круга. Так, нам сюда по идее. Ага. Добраться до тарелки. Я иду. Я иду, я иду. Ладно, одна кучка камней. Отлично. Деклану либо очень скучно, либо кто-то... Уф, я не знаю. Будем надеяться, что у него просто слишком много свободного времени. Так, кто-то тут игрался с камушками. Строил... А, еще одна. Кучка камушков здесь не одна. Хм, ну, есть тут какой-то вход в гараж. Что это такое? А, запас воздуха. О, можем подышать. Кстати, тут у нас должен фонарик работать. Так, надышались. Фонарь работает? Работает. Здорово. Лезем наверх. Там была какая-то лестница. 31 минуту уже ролик идет. Надо подзавершать уже. Сейчас я дойду до точки, где у меня сохранится игра. Тут нету такого, что можешь сам сохраняться. А, ты вынужден искать точки сохранения. Так. Вот мы, кажется, выше, выше, все выше. Выше, выше и выше. Тут не пройти. Нам сюда. Хорошо. Щитки какие-то. Что, вниз, что ли? Только что наверх полз, теперь вниз. Ой, боже мой, мне наверх надобно. Я могу тут зацепиться. Кажется, выше. Или только что туда спрыгнул, я немного запутался. Да, я отсюда спрыгнул, кажись. Тут есть какой-то обходной путь наверх? Наверное. Так, идем. Не стесняемся. О, есть зацеп. Зацеп нашел. А музыка такая, нагнетающая, да? Как будто бы какой-то... Ну, музыка одиночества, музыка беспокойства звучит. Так, еще выше. О, я залез, я царь горы. Так. Чик-чик-чик-чик-чик. Это что такое? Наверх, видимо, мне тут не забраться никак. Нужно по мосту идти. Что-то мне этот мост не нравится. Точка сохранения. Во. С этого моста мы с вами начнем следующую серию. Мы уже доберемся до этой вышки и, наверное, потом пойдем обратно домой к автомобилю своему. Марсианскому. И вернемся на базу. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. Мы играли в игру под названием... Moons of Madness. А с вами был Ниломоб. Всем пока-пока.